Началась эвакуация жителей, где ведется стрельба, сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в Баткенской области. Ситуация на границе находится под контролем главы области. На месте находится полпред Абдикарим Алимбаев, правоохранительные органы, представители МСУ, чтобы не допустить эскалации ситуации. Отмечается, что из местности, где ведется стрельба, начата эвакуация жителей в безопасные районы. В настоящее время участок Тюрткүчө дороги Ош-Баткен-Исфана закрыт. Ожидается двусторонняя встреча представителей двух стран.